Вадим Красносельский сегодня побывал на Дубосарской ГЭС. Как работает станция, президенту доложил директор Борис Герман. Сейчас ГЭС производит 375 тысяч киловатт-часов в сутки. Дубосарскому району на все нужды необходимо от 150 до 170 тысяч. То есть ГЭС в случае необходимости сможет обеспечить электроэнергией полностью Дубосарский район, часть Григориопольского и Рыбницкого. Практически мы сейчас половиной своей мощности покрываем потребности Дубосарского района. То есть где-то от 8 до 10 мегаватт идет у нас на Дубосаре. Директор объяснил, станция сможет оперативно увеличить мощность, если это потребуется. Запустить все агрегаты на ГЭС смогут за 2 часа. Уровень воды в водохранилище мы держим сейчас на 20 сантиметров больше нормального подпорного уровня. Для того, чтобы и в случае необходимости можно было поработать большей мощностью в каких-то непредвиденных ситуациях. Вот. Поэтому Дубосарская ГЭС, в принципе, готова работать всеми агрегатами в любое время суток на данный момент. Эту нагрузку мы можем поднять в течение 2 часов. По словам Бориса Германа, сейчас на Дубосарской ГЭС задействованы 2 машины, еще 1 пока в ремонте. Меняют также лебедки, усилили эстакаду. Это обычные профилактические работы перед зимой.